Приветствую вас, и что мне хочется сказать? Пожалуй, первое, на чем можно и нужно заострить внимание, это шутка, в которую вас побили. То есть, грубо говоря, что это за такая шутка, и почему вы эту шутку не оценили? То есть, если изначально это была шутка, изначально друзья хотели над вами подшутить, то почему вы так это восприняли? Может быть, вам не хватает уверенности в себе, может быть, вы испытываете проблемы с тем, что, чтобы воспринимать себя полноценно, достаточно, как равного своим друзьям. Если так, то проблема не в вас, и нужно разбираться, почему именно вы в себе не уверены. Следующее, о чем нужно сказать, это то, что вы испугались. А почему вы испугались? Что заставило вас испугаться? Что заставило вас испытывать это чувство страха? Почему вы испугались? Вот тот момент, который мне бы хотелось, чтобы вы обязательно для себя определили. Почему вы и испугались. Ну а дальше можно сказать так, что вам нужно подумать и понять, что именно вы не смогли сделать, и предотвратить дальнейшие ситуации подобного рода. Для этого нужно приготавливать, то есть физически себя приготавливать для того, чтобы вы могли оказывать сопротивление. К сожалению, действовать иными способами, кроме тренировок, кроме физической подготовки, у вас не вряд ли получится, поэтому тут либо отработка, тренировка ударов и, собственно, запись на секцию, скажем, бокса, кикбокса, борьбы и так далее, или как-то освоение уличных приемов борьбы. Вот. Вряд ли можно здесь вам посоветовать что-то другое. Что же касается морального отпора, то здесь нужно одновременно не так много, но и не так мало. На самом деле, это речь идет о том, чтобы вам быть уверенным в себе. Пока вы сами в себе не уверены, нельзя говорить о том, что вы можете давать кому-то отпор моральный, потому что моральный отпор человек может дать только до тех пор и только тогда, когда он уверен в себе. И если вы считаете себя хуже, скажем, других людей, то ни о каком моральном отпоре, понятное дело, речь не идет. Я рекомендую вам подумать о том, что я сказал, и о своей проблеме именно в данном контексте, для того, чтобы иметь возможность разрешить свою проблему и не позволить такой ситуации произойти с вами вновь. На этом все. Я желаю вам всего доброго, удачи. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.